В общем, началось все с того, что мы решили поиграть в Dying Light, но не просто поиграть в Dying Light, а поиграть в Dying Light в коопе вчетвером с модами. Поставили там максимально иммерсивные моды, там HUD отключили, еще всяких приколов добавили, ну вот и решили поиграть. А у Влада с Денисом это было первое прохождение, оно было с модами. Ну и вот что, как бы вот тут вот наснимал всякого приятного просмотра. О, что? Ты охерел? Как это? Костя, сюда! Иди сюда! Не привоз. Сейчас. Блять, он и... Короче говоря, у меня Дискорд сказал до свидания, я не буду работать, пока будет... Он умер? Мы больше никогда не узнаем, пока что. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're just... We'll manage. Чтоб высоко не лазили. Так, прыгай на газельку. Его, блядь, ты не ёбнулся там? Нет. Вот Денис ёбнулся, кстати. Извини. А я как белый человек, ну ладно, черный человек, просто спущусь под скалом потихоньку. Вкусняк. А теперь бежим. Куда бежим? Да, блядь. В башню? Да, бежим. Ёб твою мать, блядь, ты меня пизданул. И куда я забрался? Я увидел эти светящиеся глаза в темноте, которые ко мне приближаются. Я открыл. О, сюрикены и кофе. Так, Денис, смотри. Он уже что-то в здание двигал. Короче, Влад, где ты? Сейчас. Я тебе скину лучшее двуручное оружие. Большой пау? Не, он одноручный. Он есть? Надеюсь. Ну и с этого момента мы, к сожалению, лишились Дениса, потому что не устраивала его производительность, выдаваемая его компом, и мы приняли решение пройти остаток игры без него, поставив другой мод. Мы поставили другой мод, который перерабатывает многие аспекты игры, сильно их усложняя, и, как оказалось, также еще он добавляет одного очень интересного противника. А, тут белый это... Булка, белый Булка, беги, белый Булка! Беги! Думаю, здесь все же стоит пояснить, кто такой Булка. Булкой мы называем вот этого чувачка в химзащите. Почему Булкой? Потому что, ну, нормального названия у этого зараженного в игре нету. Есть название Gas Tank, что буквально переводится как газовый баллон, блять. Ну, поэтому он Булка. А Булка — это долгая история, почему Булка, но при этом Булка... Так, короче... Имя Булка придумал ему Денис, и потом же Денис сам стал Булкой. Короче, лор тут очень глубокий, поэтому все, что вам нужно знать, что Булка это чел в защитном костюме. В данном кадре вот он. Ну вот и все, собственно. А белый Булка это страшно? Ну, это пиздец, как страшно. Он что? Он опух, что ли? Ты видел это? Я видел это, я испугался этого. Булка, Булка, белая Булка. Где? Где? Вот он, вот где? Он, вот он сзади, сзади. Беги! Это тиран из Резидента, не меньше, не больше. Да. Так он еще и быстрый. Блядь, Булка. Он залез наверх? Да, он мне в спину ебнул.
Ну, ты сам у меня хуй где резался. Главное, чтобы он сюда не забежал. Он сюда забежал, блин! Какие острые ощущения, да? Блин, всего лишь бук, казалось бы. Это прям жестко. Он тебе еще. У него удары, короче, как у громил. Они аж отбрасывают. Да, вот именно. Блин, это прикольно. Какой-то пиздец. Возродился. Не, почему мне предложили? Ни хрена, он с таким звуком в машину улетел. Вообще пиздец. Кажется, им проще жопу вытирать, чем стрелять из него. Ну, нет! Мужики, бегим! 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 Тревога! 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 Что? Да угадай с трех раз! А, вижу. Ага. Ребят, помогите, помогите, помогите. Как тебе? Беги! Беги! Тут ничем не поможешь уже, тут только в гроб ложиться. А я его к вам бегу. Этого. Что за эстафета, блядь, передай палочку. Передай булку. Он вроде потерял нас. Куда ты к нему бежишь? Ну ты конченый, Костя, ну ты вообще бессмертный. Да. Хуёв сковорода. Я последний раз такой слушал Дениса. Ага, и потом он умер, блядь. Ну, типа, а давайте белую булку попробуем сорвать. Тупее идеи в жизни не слышал. Ты вообще, ты как будто не выжить пытаешься, а ищешь, ну, самый креативный способ самоубийства, блядь. Ты то баллоны поджигаешь, ну, по приколу, блядь. То булку давай взорвем, то ты его пытаешься к себе привести. Ну ты конченый. Я да это знал. А шо это такое? А шо это? Константин, вы это видите? Шо это? Магия. Блин, ты где? Ты там еще? Я тут. Я тут с вот этой барышней разбираюсь. Она психует. Что ты, блядь, разбирался? Не можешь пойти, найти подход к девушке нормально? Что ты за... Тебе ёбаты. Ну тоже подход нормальный. А ты охуел, что ли, Кость? Что? Ты вообще в воде не горишь и в огне не тонешь, что ли? Подожди. Подойди сюда. Да охуел, что ли? Ты чё в огне не горишь? Тут нет огня. У меня тут огонь. Блять. Буда. Ну весь инвентарь, блять, фалом забит. Фалом? Без комментариев. Кстати, Влад, у меня такой вопрос. А им можете сломать ноги? Кого? Белого. Не знаю. Попробуй. Он отстал. А нет, вот он. Попробовал. Ну как? Получилось. Боль. Что это было, блядь? Я получилось. Так, давай, Влад. Молодец. О. А тут. Бля, булка! Ты... Булка на той стороне. Он упал! Белый булка упал. Он упал? Белый? Он упал в воду. Ну да. О, булка. Смотри, он в автобусе! Он в автобусе, Влад! Я вижу. Я на видео. Может прыгнет? Или нет? Но он уже упал один раз. Они у нас там упадут или нет? Костя, там жди пассажира. Тихо, что с ней произошло. И на этом все. Я надеюсь, ролик смог поднять вам настроение. Если это так, то не забывайте про лайки, про комментарии.
делитесь роликом с друзьями, что-то какое-то, что-то сидите, да. Но вы бы уже давили весь ролик, но я знаю, что, блядь, зачем давить, когда можно смеяться, лол. Хе-хе! Так вот, я многого чего нового привнес в этот ролик, начиная от того, что он был полностью смонтирован уже в другой программе, если конкретнее в премьере. До этого я монтировал в Вегасе, и ну что могу сказать про свои впечатления о премьере. Ну, это отвал жопы, я уже не раз говорил об этом в Телеграме. Кстати, ссылка в описании. Типа, тут все более как-то вот гибко, что ли, настраивается, плюс эффекты и прочие переходы из стороннего плагина у меня не лагают, а в Вегасе, когда они на предпросмотре появляются, там FPS падает раз в 10, и при рендере тоже, и даже до вылетов доходит, так что тут пока все. Я рендер еще не тестил, но если он еще будет гораздо быстрее, то это вообще идеальный вариант. Плюс тут, опять же, огромный потенциал для каких-то классных эффектов, крутого монтажа, вот. Так что буду потихоньку разбираться. Если что, в будущем ролики будут еще лучше. Пока они будут выглядеть уже примерно так, но это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было, я считаю. Ну и также идею с стилизованными мемами я тоже наконец-то реализовал. А как вам, пишите фидбэк в комментариях. Кстати, хочу заанонсить одну интересную штуку. Вот если кто-то помнит, у меня был формат роликов, где я такие различные типа инди-игры, такие вот по ним монтаж делаю. Типа монтажик, да? И я хочу вернуть эту рубрику, у меня даже для нее пара игр есть. И вот, да, и она будет чуть в более лайв-формате, так что ждите, возможно, это будет следующий ролик. Вот теперь точно все. Всем удачи, до встречи в следующем ролике, до встречи на стримах, да, приходите на стримы. Подписывайтесь на Телеграм, на лайв-канал, на рисовальный канал, на Twitch. Ссылки на это все есть в описании. В Дискорд заходите. Все, всем пока.